Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанек, Smart Forever, Венера, Crazy Phone, Коржик, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классная рубрика, которую мы не записывали очень давно. Попробуй не наехать на мину. Расскажу вкратце правила. Человек будет ездить на машине и должен всех попытаться сбить, а мы будем кидать мины ему под колеса, и он должен пытаться на них не наехать. Поэтому, если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. 3, 2, 1, погнали. Эх, тихо. Блин, смотрите, как он не наезжает. Ну, там, блин, по лобовухе мины стреляют. А, чуть не сбил меня. 75 хп стал. Есть. Венера, молодчик, давай теперь ты бери тачку и покажи, как надо уметь выживать. Кстати, вы заметили, что Forever так никого и не смог сбить? Есть! Коржик, молодец, красавчик. Хорош. Так, блин, я, ребята, тоже хочу в этой серии погонять на тачке. Я покажу, как надо. Мгновенная смерть. Просто жесть. Forever, давай, ты опять начинаешь. Блин, ребята, представляете, Forever уже 2 раза. Какой хитрый ты жук. Ну, на самом деле, тут, ребята, полный рандом, потому что непонятно, где чья мина лежит, оно ж не подписано. Ну что, готовы? Да, давай, покажи вещи. О, смотрите, какую прикольную тачку Дерби взял. Димас, посмотри, у меня 1 хп. Все, давайте сделаем опять ту тактику, встанем в середину и закидаем вокруг нас мины. А он пусть подъедет. Мины исчезают, какие-то появляются. Ребята, кстати, такой прикол, что мы можем кинуть только 3 мины. Творилс. Ого, он тачку взял, нифига себе. Ну что, теперь я должен ему подкидать мины, он пусть на моей мини подорвется. Теперь, ребята, я буду в наглую кидать ему мины, прям под колеса. Куда? Куда собрался? Мина моя! Ого! Нифига себе, у тебя что, колесо пробилось, мне показалось? Не, показалось. Ого, 2 уже сбил. Ничего себе! Есть! Есть! На самом деле, я заранее начал радоваться, но я просто видел, как моя мина прям под колесо попала. Ребята, ну теперь я покажу, как надо реально круто гонять. И мы сейчас возьмем машину высокую, потому что только высокая машина может между колесами мины пропускать. Да стойте, дайте я отъеду, вы что, психи? Так, ну что? Вы готовы умереть? Я мина расставил, видели? Мина отлетела от моего колеса. Сейчас, ребята, я разгонюсь. Сейчас. У меня еще мина в багажнике лежит, ребята. Идите посмотрите. Да, смотри, в багажнике мина лежит. Да вы, так это нечестно. Ну это нечестно. Да ну ёма, дайте еще один шанс. Ну реально так. Блин, я не знал, что машина может, когда мина в багажнике, взрываться. Что ты? Что ты? Есть! Одного сбил. Сейчас еще одного собью. Давай, заяц, иди сюда. Объехал все мины, ребята. Отлетела мина! На! Опа. Венера! Ну ё-моё, да я ему поддался специально, чтобы он поиграл. На самом деле, ребята, я нифига не поддавался. Так получилось. Блин, классно вот этот джип, у него мины отлетали из-под колес. Так, ну что, теперь я должен еще раз Венеру подорвать. Красиво, 2 сразу сбил. Представляете, какой молодчик? На, поешь мины мои. Так, вот он едет. Держи! Да как он не... Есть! Ой, в попе шерсть. Forever, ты пока есть победитель в этой серии по убийствам других гонщиков. Реально хорошо играют, пацаны. Ребята, мы сейчас делаем очень классную тактику. Мы здесь будем возле этих штук выживать. И он будет падать оттуда вниз, и мы будем его в это время минами закидывать. А он взял джип, как я. Ах ты хитрый жук. Смотрите, летит. Косо... Да как он? Ой. Это было эпично. Все, давайте, пока он валяется. Мины. Да блин. Давайте опять наверх. Быстрее. Смотрите, летит. Во. Шанс. Есть. Красиво! Я красавчик, Димас. Да блин, я же хочу тоже быть немножко победителем. Так, давайте теперь возьмем реально очень быструю тачку. Есть у меня на примете. Очень скоростная машина. Вот она. Я сейчас немножко ее затюнингую, я подниму ей подвеску. Смотрите, есть такая функция у нас. Опа. Не, давайте я отъеду сначала, пацаны, вы чё? Они читеры. Да ну блин, ну ладно. Красиво вы считерили. Молодцы, пацаны, я уважаю вас не сильно. Ну ё-моё, тупо задний ход сдал. Ах вы хитрые жуки, ну блин. Хорошо, где этот сейчас человек будет машину стоять? Я тоже так сейчас сделаю. Давайте, кидайте вы под колеса. Есть! Да.
кто его взорвал? Дволиос. Дволиос, молодец. Так, ребята, я теперь пойду опять туда наверх. Все бегают и мины себе выдают. Так, сейчас я опять красиво подловлю его. Ого, там мин внизу валяется. Минное поле целое. Ну что, давай, мы тебя тут ждем, заезжай к нам. Так, пацаны, пока он будет сюда ехать, надо реально тут пару мин закинуть. Одна, вторая, третья. Он застрял. Нет, он едет. Ого, он там сальтухи крутит. Так, я вот здесь стану на полосках. Шанс выжить очень большой. Как они его хотят все взорвать. Давай, езжай сюда, давай, не бойся. Вот, вот мой шанс. А, мне кажется, эта машина не взрывается. Вам не кажется это? Нет, она взрывается. Ты думаешь? Да нет, смотри, мины, он прям на мины наезжает, нифига не взрывается. А нет, все-таки взрывается. Гусанек. Так, ребята, давайте мы гусанька должны очень быстро вынести. Максимально быстро. Чтобы у него даже шансов не было выжить. Я сейчас кое-что классное сделаю, чтобы он меня сразу не взорвал. Давайте я очищу карту, чтобы это было чистое все. Давай, очищаем карту. Ну что, гусенек, я сейчас сделаю, как со мной все поступили. Нет, ты куда? Ах ты хит, нет, я тебе сразу буду мины. Блин, не успел, было сзади бросать. Стоять! Стоять, я тебе говорю. Блин, уехал. Хорошо, хорошо, я его жду здесь. Хорошо. Ну давай, едь ко мне. Езжай. Вот я вот так возле мин стану. Да, вот так я и говорю, это самая классная тактика, когда мы стоим и по кругу мины возле. А все хотят же выиграть, понимаете? Вот, вот так. Есть, двоих сразу. Красиво, коржик. Блин, классно, что его машина подрывается, еще имеет инерцию просто лететь горящей. Так, где коржик у нас? Все, понял. Сейчас я сяду. А, нет. И, ребята, я сделал так, как они со мной поступили. Я сразу его взорвал. Вот так вот, Быцко. Так, пока они не успели... Я даже не успел сесть. Я так же само, поверь. Я валю. Ну что вы, пацаны? А вот теперь... Ого, меня швыряет. Ну что, ну давай. Есть! Один ушел. Мина! Мина, блин! Сразу, ну хоть одного успел сбить. Я, ребята, сильно обрадовался, то, что я выиграл. Блин, на радостях, ну хоть одного успел замочить. Так, где этот человек у нас? Это Бенди. Он Бенди. А, нет. А где он тачку ставит? Давай, ставь машину. Я буду так же самое сюда тоже делать. Подкидывать под колеса мины. Мститель. Все уже ждут. Так, одна есть, вторая есть. Все, ребята, ждем, на чью мину он наедет. Нет, ребята, я так делать не буду. Ну вас нафиг. Гусанек, отвали, пожалуйста. Ну не мешай. Да вы мне не даете выиграть. Нет. Блин, да я не сбил. Есть, одного уничтожил. Красиво, ребятушки. Так, мне надо сейчас максимально много людей повредить. Разгоняемся опять и будем в это время успевать объезжать мины. Я не сбил никого? Да ладно, это как? Вот это хорошая тактика, ребята, с разгончику их лупашить, пока они бегут все. Есть! Есть! Вот это хорош! Пока я буду первым местом занимать по убийству других людей. Так, пока они опять бегут. Хорош. Ну я двоих успел сбить. Блин, ну пока мне кажется, я больше всех, да, сбил в этот раз? Да. Быстрее, кидайте его под колеса. Кидайте. Все, ты сейчас умрешь. Ладно, ладно, он сейчас вернется, пацаны. А, машина голимая. Ну, какой водитель такая машина? Най, блин, красиво. Crazy Phone, ты молодец. Какая-то рандомная такая ноунейм мина подорвала его. Вот, давайте сделаем так, что когда ставят машину, только через 5 секунд можно мины ему подбрасывать. Потому что реально, ну как-то читерски. Я тоже вроде хотел поиграть. Мне сразу взорвали. Ребята, видите, какие у нас психи? Так что, ребята, не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал. Если вы хотите с нами вот так само поучаствовать в крутых и веселых роликах, залетайте в наш Дискорд, ссылочка в описании. Пообщаемся и при желании любой может попасть в ролик. А вот он. Я вижу его. Ну все, давайте, 5 секунд прошло. Вот это он лихо. Колеса, колеса, стоять! Так, ребята, вот, мой шанс.
Мой шанс. Ну! Назад, назад, бросай, мины, пока мины, встал, мины. Пока встал. Все, да, ему придется только назад сдаваться. Смотрите, сколько мин набросали! Ха-ха, отходим! Сейчас будет жесткий взрыв. Все, у него нет шанса. А кто его взорвал? Кто? Ладно, давайте не будем это считать, потому что реально никто его не взорвал. Раз. Так, ну что, раз победила стена, он выживает еще раз. Все, прошу, опять. Так, давайте ждем, пока он опять где-то врежется, и мы ему закидаем в это время мин. Так, красиво, он поехал туда, значит, он сейчас тут выйдет. Давайте его будем тут ожидать. Он опять врезался, а нет. Опять врезался? Мне кажется, я не успею даже добежать, его сейчас кто-то взорвет. Есть! Я так и думал, что таки будет. Так, его все хотят взорвать. Так, давайте будем его здесь ожидать. Ах ты, блин. Вот, ребята, сейчас он накосячит здесь. Смотрите, есть! Все, забрасывайте, пока он валяется. Все, все, все. Молодцы! Ребята, единственная ошибка, и сразу вы просто сливаете, потому что у вас летит 40 тысяч мин. А, блин, еще мина, знаете, она немножко падает и крутится, и активируется сразу. Ну, блин, а то он на мою мину наедет. Есть, я взорвал. Да, давай, гусанек, красава. Возьми там, не знаю, трактор. Это ты машину взял потороченную. Блин, надо в багажник мину закинуть, как они мне это делали. А я умер. А как а то? Это все машина. Это все машина. Его капотом задавило просто. Только что-то не кидайте, стойте, пусть он отъедет. Ого, он взял джипяру. Так, давайте выйдем выжидать. Как же, а, вот тут он сейчас где-то может проехать. А мои мины исчезают. Ну, видели, моя мина отскочила от колеса. Да ладно. Такого может быть. Да я видел только что, это было, кстати, прикольно. Но он все-таки нам взорвется. Где он, пацаны? А, ой, вот он. Людей сбивает. А вот теперь, ребята. Ай, блин. Forever молодец. Коржик первое место занимает по убиванию водителей минами, а я занимаю первое место по сбиванию людей. Наконец-то хоть когда-то я в жизни занял первое место. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.